Друзья, находимся в городе Фано. Или Фано. Фано. Посмотрим, что за стена у нас идет. Пойдем в эту сторону. В этой стороне, по крайней мере, море есть. Это старая крепость. Когда-то что-то от кого-то защищало. Скорее всего, это городская стена идет. Потому что здесь как бы начинается город. Это начало города, насколько я понимаю. И она вот так вот. Потом она еще туда продолжается у нас. Очень много здесь школьников, студентов, разные учебные заведения. Наш сосед или наш хозяин, у кого мы сейчас снимаем, у кого у меня этаж, этот дом, вот он здесь работает учителем в школе. Так, еще понять бы сейчас, куда нам идти. Ах, вот так, туда. Скорее всего, все-таки нам сюда, наверное, надо. Длинная, оказывается, тут совсем не маленькая. Я здесь вот это лето, сейчас у нас летом, она очень красивая. Вот эта трава, видите, здесь, ну, обычная трава, а тут в некоторых местах она настолько красивая, что вот просто ложишься на нее. И, ну, не целыми днями, естественно, но просто вот ложишься и все, и лежишь. И вот так вот иногда раз лежишь, смотришь, уже вечер наступает. То есть настолько как-то удивительно. Да, здесь серьезное сооружение было. Сооружение, голубая зона у нас, зона блю. Сейчас посмотрим, что за... А вон Пизарро. Пизарро мы уже были. Недалеко тут Пизарро наш находится. Ров.
как московский Кремль. Ну или почти. Обалденно. Еще у них вот эти вот дома, в которых они живут, они их так красиво ставят, им так красиво за ними ухаживают, вот эти цветы сажают. Какие-то... И удивляет то, что это не у одного человека там, у какого-то, который там возится постоянно землей, нет, а именно вот большинство, у всех, практически у всех получается так. Так, куда же мы пришли? Слегка... Заблудились. Ладно, пока выключаюсь. Буду экономить батарею. Смотрите обзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.